Меня зовут Флориан Вимер. Я руковожу подрядной фирмой Вимер. Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг по уборке урожая и внесению удобрений. Telematics — это программа, с помощью которой я в любое время могу определить местоположение и текущее состояние каждой машины. 2 штатных сотрудника и 20 сотрудников, занятых неполный рабочий день, в нашей фирме используют приложение Telematics для установления местонахождения машин и просмотра заданий. Они самостоятельно могут решить рабочие вопросы, не созваниваясь друг с другом, кто на какой участок поля едет, кто, когда и на какой машине должен работать. Без всяких записей и карт, благодаря приложению, каждый знает, куда он должен ехать и как ему туда добраться. Офис теперь нужен только для расчетов. Я координирую работу, проводя основную часть времени в разъездах. И особенно интересно то, что я везде могу получить доступ к данным с помощью iPad или смартфона. Мне не нужно по 10 раз в день звонить оператору комбайна и спрашивать, сколько ты уже сделал? Тебе нужно дизельное топливо? Или тебе нужно подождать, так как остальные еще не на месте? Все решается само собой. Telematics помогает даже при автомобильных авариях, так как я могу доказать, что я в этот момент не находился на этой улице. За счет автоматизации Telematics облегчает работу механизаторов, чтобы они могли сконцентрироваться на оптимальном использовании машины. Картирование урожайности позволяет получить полную документацию. Можно напрямую просматривать все настройки, значения расхода, эксплуатационные материалы, часы работы, время эксплуатации, периоды простоя. Данные можно анализировать с учетом конкретного периода времени, клиента или любого участка поля. Программа Telematics работает без сбоев, так как полностью выполняется в фоновом режиме. Сама программа для нас просто необходима. Польза от этой системы в конечном счете значительно превышает расходы на ее приобретение. Ведь благодаря Telematics я перевыполняю ежедневный план, что в противном случае было бы практически невозможно.